А? как тогда? Вообще, Я не знаю, я как это больше возможно? никому не буду в ДС отвечать. В смысле? И набор в клан открывать. Окей. Из-за этого надо создавать вот вторую базу, которую никому не показывать. Блять, вот я изначально чуял, почему он мне свою фейковую ВК-страницу подсунул. Он что-то делает, слышишь? Да? Он там ходит куда-то. Он там из-за псы что-то строит. Откуда ты знаешь, что у тебя типа слышно? Я вижу это. Демку видите? Сейчас, тихо. Да, Ну вижу. да ладно, это было ожидаемо. Что, на спавне? Я это где? Блять, летать не могу, заебись. Хаузмастер, сука, спасибо. Ты даже ни одного шелкера не сохранился, или они хотя бы чуть-чуть там есть? Я, блядь, летать не могу. Блядь, вот что это нахуй? Почему у меня, блядь, спиды стоят? Ну, блядь, что меня, сука, качи... Это база твоя? Была, да. Охереть! Вот что ты убегаешь, блядь? Он ПВП что не умеет. Же пиздец, там столько вещей. Почему, блядь? Он стоит на месте. Бей его. Никого просто не набирай в клан, только типа, и корды не давай никому особо. Все. Вы там нахуй сговор... Они, блядь, они сговорились или как? Кто? Ну вот эти уебаны. Чё ты бегаешь, Какие? ёбаная крыса? Там ничего, он... Чё бегаешь, блядь? Алло? Есть Алё? кто-нибудь? Да, алло. Посмотри Я демку. себе апнул прайм. Круто, посмотри демку. Это база за призматика. Посмотри. Ну как стать база? Мы хотели на кучу Была. мелких стэшей разделить. Зря я нахуй уходил с базы. Понимаю. Вот почему он первого отказывался прыгать уёбище. А ты говорил доверенный. Чё бегаешь, стекло? Ну, я ему не совсем верил. Ты будешь делать видос по этой теме? Нет. Че? Да потом как-то поздно. Ну, тему с окланов. Что за новый скачок? Ну я сам Почему? взорвал эту базу. Сейчас. Атас. Он динамит расставил. Он мне не отвечает. А он поставил динамит, ты приходишь такой, типа, что за хуйня, решил взорвать? Да. По приколу? Нет, блядь, смешно, ебать, по приколу, Че слушай. забрали? Это байкаловцы. 100%. Я уверен, что он передал уже и А он корды, и все. бегает, блядь, видишь, бегает нахуй. Но я не видел байкаловцев тогда онлайн, чё за хуйня? Я их онлайн не видел. Видишь, это Но стекло они сейчас бегает. общаются, говорят, что... Вот сейчас я посмотрел в их Он в ДС беседе. офлайн, он в ДС... В смысле, блядь? Они сейчас в ДС, сейчас это в ВК пишут. Что? Вот Алексей Сахаров, он с ним, это я не знаю, кто, да, это байкаловец, он сейчас в сети. Он сейчас вот фотку прислал несколько полчаса назад буквально. Это Карапотик еще что-то писал. Я вот специально для этого и за ним слежу. Да похуй, я все равно Хуя часть. корды большие Левин ебал. тоже в Чё? сети сейчас только что был. Ну, как он? 900 минус 600? У меня точно там же база на своле. На этих координатах? Да. А этот летает, смотри какой, видишь? Хе-хе. А чё за тайминги такие? Чё за приколы такие? Да он как всегда, блять, он не умеет биться. Бей его просто. А как? Как Там он, блять, муха. бегает? Муха сраная. Муха. Сейчас будем смотреть рядом. Да, Чего ищи. рядом? Нищанка прогрузи. Нет, куда он перепрятал? Порталы сейчас искать будем.
А ты серж включил? Мне кажется, он тупо перенес половину. Просто всего. Ты серж включил? А? Рокис? Понимаю. Покидай мне всех, кто про эту базу что-то какие-либо упоминания. Покидай мне их в ВК, я ж док сделаю. Окей, мне? А? Покидай Ники, говорит, тех, ему кто упоминал эту базу. Ну, Катун это точно. Ну, Катун, ладно, это похуй. Другие, которых я могу не знать. Тут нет, блядь, значит, тут они были. Я не уверен, но это, скорее всего, байкал. Может, они дальше, дальше унесли, может, они... Блять, ну а кто еще, чувак? Да уже понятно, что это байкал. Слышишь? Не знаешь, челька... Ты не знаешь, челька... Они знают, блять, про бэкдор. Это самое страшное, понимаешь? Они знают про бэкдор. Потому что этот уебок с нами в войсе был. Мы хотели бэкдор, блять, им подсунуть в виде программы. Мы хотели им прогу подсунуть, которая скрины будет делать, понимаешь? Да, а смотри, челик рэкинг, он рэкинг ю, он не в Байкале? Я не знаю, блядь. Окей. Скорее всего, вот этот челик сейчас кину. Он что-то строит, непонятно зачем. Ты это сними на всякий, пожалуйста. Так. Ну он ебучая птица, которая не умеет биться. Че, он ебаная птица? Знаешь, что такое аморг? Ну, сори. Когда у него, блядь, крылья сломаются, сука, от его полета. Полагаю, ты отсюда не уйдешь, пока он, блядь, не умрет. Да? Ну и по-любому где-то кровать стоит рядом. Я не уверен. Ну, если они переносили рядышком куда-нибудь. Чтобы потом это все перенести. Так. Там дохуя было? Сколько даблов? 100 или больше. 100 даблов? Пизда. Он портал, портал. Это да твой? Да порталы, блять, порталы, а кровать? А серж на кровать поставь. Вдруг он просто кровать рядом. Да похуй, буду просто убивать на спавне. Нахуй мне эти вещи тогда уж. Нахуй мне магазин этот сдался. Вот чё, блядь, визера в спавне, ты убегает, ёбаное сыкло, слышишь? Да. Пиздец, так. Он визера просто спавнит и валит. Эх, пиздец. А он игнорится все сообщения, которые он пишет, потому что он боягуз ёбаный. Не, чел, я, блядь, если я их найду, если у меня будет такая возможность, я их выебу полностью, слышишь? Да, слышу. Я разъебу их базу, я разъебу... Надо опять слышать искать заново. Они знали корды твоей базы? Я не знаю, ну вот этот бы знал. Значит, и они знали. Откуда? Откуда он мог знать? Я почти верю, что это Катун, это точно. Это Байкал, блять, какой Катун. А, mm-hmm. Вот в чат пишет Рокпан крут. Я понял, все, блять. Так, так. Ну пиздец, сука, что с Ками? Так. Ники. Слышите? Mm-hmm. Алло. Да. Да. Сейчас я спрошу нескольких человек. Да, челик, напиши им, ты в Байкале? Убегает. Все нахуй, никакой состав сокланов. Получается, клан разрушился, да? Эх, блять, очередной раз, да. Ну тогда я и худи выгоняю, хотя худи мне тот стэш подогнал. Его нельзя выгонять.
Ну что у нас, ребят, знаете, какой у нас выбор есть? Какой? Собираться просто, блядь, искать базы. Можно. Я по... не могу выбраться с этого. Блин, кажется, мне ничего не... Мне сначала, надо... мне сначала надо идти в Вендермир, добывать элитр, и потом только идти. Но я все равно с 2Б после этого не уйду так-то. Понятно. Ну, контент я сделал. Что... контент я сделал. Это мне главное. Да. А ты можешь лучше... Ты же заходишь, что ли, с 2Б теперь? Или нет? Или нет. Все, окей, тогда все хорошо. Так, я нашел какие-то штуки на спам, может там есть какие-нибудь шокера. Может это, кстати, умничка. Вот, нет. Слышь, Боджей. А? Ты говорил то, что это... Помнишь, тебе мама будет оплачивать прио? Да. И ты сказал то, что ты хоть и сам можешь оплачивать. Как ты собирался да. оплачивать? Да. А? Да. Блять, что за сыкуны нахуй? ПВПшиться как ты, не умею. Как, ты, это как же... ты собирался в соло оплачивать себе прио? Есть карта. Не, ну понял. Ты миллионер или ты зарабатываешь? Это уже секретики. Секретики. Секретики, секретики и трехглавый конь. Мне кажется, у него есть потанный канал с нубиком против зон. Про. Шесть. Он зарабатывает миллиарды. Как такое может быть? Шесть. Будем, сейчас, будем, кажется, будем доксить Моссарелла этого. Что еще сказать? Окей. Семью, номер, маме его звонить, то есть всякий пиздец творить. Да? А ты знаешь его IP? Кого? Я недавно смотрел видос, как отключить интернет-лугу другу, зная только лишь его IP-адрес. Это я знаю. Минусы нет. Надо в следующий раз за кланов батить, заходить там на какие-то тестовые наши сервера, чтобы потом IP-шники их брать. А ты не знаешь корды эндер-порталов? Я просто хочу элитр добыть себе. У меня элитра нету. Я хочу, чтобы... Смотри, биться начал. О-о-о, сейчас, смотри, тихо-тихо. Ой, кто нашел. Интересно, пизда. Сразу начал. Авто-изи, главное, включено, и все. Ну, наверное, срать. Куда бежишь, ёбаная птица? Давай. А где у тебя рейф-лист от фьючер? Слева сверху или справа сверху? Жаль, у меня лука нет. Один это не мог перенести, это 100% Байкал, то что реально. 100 дабла, блядь. Если убить меня, наверняка там будут шелкера хотя бы какие-то. С китами. Не, я не сдамся. Даже после этой хуни я не сдамся. Ну давай. Это мне еще больше мотивации дает убивать. Сейчас я ему позвоню, секунду. Игнорит, блядь, что сказать. О, тут какой-то тогда шмот. Смотри. Блядь, да дай полетать. А? Тут шмот. До хрена шелкеров нашел. Демку. Собирай.
Собирай его. Эндер сундук бери, ставь и собирай. Эндер сундука нет. Бля. Просто собираем. Блять, он прогрузил мой перл. Этот уебан мой перл грузанул. Слышишь? Слышишь, да. А ты не знаешь корды эндерпортала? Еще раз спрошу. Знаю, недалеко от спавна. Окей. Я просто хочу за литрами сходить. Сильно хочу литр. Да как эта хуйня меня догоняет, я не понимаю. Включи трансляцию, если будет свободная секунда. Блять, да он заебал прогружать мои первы. Он мои первы прогружает, слышишь? Все. Да. А ты несколько кинул? На кучу кидал. Он прогружает все мои первы сейчас. Тварь. Непонятно зачем. Ну короче, блять. Таких крыс надо ебать. Шо, униаст, пидораст этот. Эх, ладно. Поэтому надо новую базу отстраивать. Никому не говори почти. Только, блядь, а как мне туда вещи разносить? Знаю. Скажи какой-нибудь худи, которому ты доверяешь, я ищу какой-нибудь худи. Не, ну он-то стэш дал, блядь, он нормальный чел, на самом деле. Понятно. Хотя разные пидорасы существуют. И сейчас клан распадется, я очень расстроен на самом деле. Так, блядь, ты даже не в клане вроде. Нет, типа, ты меня добавил уже. Ну ладно, у клана формально нет. Это, ну, то есть он есть, но то формально. Ну да, я понял. Это жесть. А типа он... Ну хотя бы, это вообще ни одного двойного сундука не осталось? Где были вещи, блядь, я не могу найти. Сука, он, да он опять прогружает. Заебал. Сука, ты блять, он меня пытается выбесить чисто. Не, как такие грамотные крысы существуют, я понять не могу. Мы потом его найдем. И будем доксить, в любом случае. Ну ты можешь? М? Что? Да куда ты убегаешь? Блять, сколько людей пишут топ-видосы. Да перестань ты убегать, ёбаная эта крыса. Спускайся ты, сыкло малолетнее. Сними по этому видос. Он, блядь, летает, он не может пвпшиться. Мне какой-то чел блю пишет. Эвдуган. Смотри, сними на это видос. Типа, про Байкал, вот про это все. Может быть, это, может быть, хайпанет. Тогда в Байкал вообще что не будет распространяться нигде. Так наоборот, их нельзя пиарить. Так это не пиар. А наоборот. Будут даунами. Тело просто не пришло. Выставить из них даунов? Ну можно, блять. Ну чувак, они будут показывать, как они мои базы гриферили, и все. Когда к ним будет приходить негативная аудитория. Мы гриферили, Че, долбоёб нахуй. Че ты несешь? Охуевшее тело пришло, разъебало твою базу. Чё в шелкерах было? Да, ну блять, чё? Разный шмот. Киты. А эта крыса летает, блять, не хочет ПВП. Собери максимальный шелкеров и иди. Я потерял то место, я потерял то место. Хотя бы сколько ты собрал шелкеров? А? Один, два. Хотя бы несколько шелкеров собрал. Ну вот, инвентарь видишь. Сейчас, подожди. Покажи ему. Так. Да вот слева у него из камеры. Я вижу. Ёбаный слепой нахуй. Нет, я вижу. Вот это классно, кажется, в демке. Вот такую хочется смотреть. Это шелкера? А, это убитая овца. 6 шелкеров. Ой, это еще 8. Типа можешь просто забирать это и лететь. Блять, ну это говно сейчас за мной летит. Это говно заебало, блять, по следам летать. Это солхаки текстовый радар, да? Портал? Хули летаешь за мной, говно? Ну были тут шмотки. Ёбаный хвост, блять. ПВПщица не умеет, зато летать любит. Зачем-то он это делает.
Он снова первого грузанул. Видишь? Угу. Ты можешь, кстати, сейчас, прямо сейчас начать стрим. Зачем Ой. Нахуй? Ты тупой, блядь. Это... Ну ты тупой нахуй, скажи, пожалуйста. Да. Не, даже вас я не буду к базе подпускать. Никого нахуй. Окей, окей. Я, типа, я даже и не просил с самого начала. Мне просто главное, чтобы ты мне дал корды этого эндерпортала, и я сам буду развиваться. Зачем тебе энд? Элитра. То есть, блядь, в энд за элитрами, сука, это пиздец какой зашквар. Ну как, где я ещё найду элитра? Ну, блядь, киты. Стэши. Не, ну, блядь, энд. 10 из 10, слушай. Ну, хожу, посмотрим. Буду Саши искать. Сейчас получается, ты от него бегаешь. Нет, блять, ну это... потому что он не, может повпасть. Что мне от него делать? Мне нужно искать те вещи, а их уже хуй найду. Может они вниз? Если бы я мог зайти, пока они переносили базу, и мне написались координаты их. Понял? Ну это куда да. они переносят, это другое дело. Их мгновенно просто бы шел бы. Это блоки какие-то. Ну, это либо у него компания, либо это Байкал. Это, чувак, это больше. Байкал. Нет, чувак, тут без вариантов вообще. Okay. А что там в беседе Байкала-то происходит? Рассказывай. А, сейчас, сейчас, посмотрим. Они сейчас особо не пишут. Они последний раз писали полчаса назад буквально. А, пожалуйста, перешли мне это в ВК. А ты можешь войти в нее сам. Меня, блядь, банят везде, карапотик. Он везде банит меня, слышишь? Да, смотри, я сейчас некоторые сообщения подожди. Скорее, блядь, они же второй видос сделают, чел. Они второй видос сделают, я уверен. А что у них за канал? Карапотик называется. Вот знаешь, он однажды мне говорил, а что если я крыса? Он так мне намекал. Я до последнего думал, что он нормальный чел. Я наивный долбоёб, что еще сказать. Общение тех, кто некоторые, вот этот Максим Крупяков точно в этом в Байкале. Да это и так, блять, это Зерил 559, я его я знаю. Дай мне, пожалуйста, так... все ники вот этих всех подозреваемых, дай мне их ВК и ники. Ты можешь скинуть четко, как я прошу? О, короче, знаешь что? Котлов вчера прислал, сегодня в 12:00 прислал два сообщения. 2B2C клан вар, призматик против них Байкал. Он присылает здесь такие сообщения. А что там? Типа сообщение. Война против призматика, против не Байкала, карапотик против Рокки Зергон. А там что-то было скинуто? Ну, нет, только это. Я пока что не вижу, я, конечно, полистаю сейчас. Там только вот это сообщение, дети его перешли. Всякие подозрительные. Он первый кидал сюда, блядь. Конченое огорчение на двочанка. Мне это прям раздражает. Если я смогу его прогрузить, значит я его словлю в убийство. А, блин, это же надо прислать. В ДС сейчас скопирую эти сообщения, тебе пришли. У меня в игнор, да. скорее всего, кинул. Либо записывает, там угорает со своими этими, слышишь? О, как смешно. Пипец просто. Я бы на его месте это. Мне бы было интересно, что ты пишешь. После такого вот поступка. Вот такое сообщение он написал. Скопировать, сейчас я вам пришлю. Вот это его сообщение в беседе. Они, блядь, они все к себе на базу переносят. Там было 800 даба. Тут. Ух. Я прислал сообщение в этот ДС. Три. Второй сообщение подозрительно. Где? Вон. ДС. Ты... Ну и чё, блядь, что мне это должно дать? Просто говорю. Ничего я знаю. Ай, да похуй на самом я деле. Я поищу какие-нибудь сообщения по поводу координат. А это чтобы... А, это голова визора пролетела. Понятно, что он делал. Он все это время динамит ставил.
Мне вот интересно, они вчера это сделали или сегодня? Ну, базу ограбили. Он вчера мне говорил, что сегодня прогрузит. А в ДС он в войс не хотел идти. И он постоянно в ДС ставил не в сети, блять. Это меня больше всего напрягало, понимаешь? Да. Он в ДС постоянно не в сети ставил. Чтоб я думал, что он офлайн. Я понял. Смотри, а это случайно... штука, смотри, это не вычисление координат, они тут пишут всякие какие-то программные штуки, такие. А что я палил, да, как минимум? Что я палил? Что ты палил? Приметы ничего не палил. Я базу не показывал вообще. Нет, ты показывал пару раз, но ты там сундуки только палил, все, что ты там спалил. Я базу не показывал никому на ютубе. Видео о базе не было. Не было. Ну и хорошо, он мне пишет. Может, демки железо показывал, там, не знаю, руду. Объяснить. Кал, да? Байкал, да. А кто такой Михаил Левшин? А это Миронов. А-а-а. Этот их программист. Я понял по его аве. Это ава классная на самом деле. Ну и хорошо он написал. Я спрашивал, Байкал, да, все может быть. Прямо скажи, лол. Все, это 100% уже. Можно даже ничего не доказывать. Когда, когда ты говорил, когда ты говорил. Там нет ничего. Вот ближайшую неделю они вроде бы ничего не... Они, значит, общались, значит, отдельно. Я и так понимал. Что ты крысой быть можешь. Чисто охуевшее тело, блин. Поэтому хуй вам. Конечно. Классный курсор. Угу. Значит, вообще никому не давай координаты. Себе сейчас такой же. Я так понимал, что ты крысой. Ой. Там челик из письку построил из шелкеров, я пойду сапру шелкер. Нихера себе, спасибо, пацан. Письку. Писька из шелкеров. Я походу наш. Дюб стэш из письки. Короче, вчера на Суале нашел этот магазин, который минус экономика. Он абсолютно, ну там шелкера с китами, с запрещенкой. За 5 рублей все продавал, я, короче, весь магазин не купил. Сейчас раздюпаем. Че, попробуем их поискать? Давай. Я провалился. Ну, ребят, ну как бы крыса надо. Я пойду себе чаёк. Он уже знает всех крыс на самом деле, кстати. Блять, почему я выдал? Он уже знает всех крыс. Каких? Он, я пойду себе чаёк. Мусорал, которых я хотел запустить к ним в клан. Поэтому пиздец, пиздец и снова пиздец. Я там нашел письку. Пацаны, пацаны. Да. Пиздец. Вы это видели? При мне очистились шалкеры, которые тут на елочку он накинул. При мне очистились шалкеры. О, элитр забери. Чувак, при мне только что очистились шалкеры, я тебе повторяю. Видел. Слышишь? Я видел. Да, я видел это. Жесть. Все, элитры запасные все возьми. Все, вот елочка и нихуя. Все, иди строй на дальних координатах, можешь включить демку. Не, ты не, нас не подозревал. Или иди спокойно строй базу на огромных координатах. И не поли на границе. Я полечу до границы. Окей. Главное, не лети на 30 миллионов. Прям на, до 30 миллионов не надо строить. Тебя сразу найдут. Там очень много людей находится на 30 миллионов. Особенно 30 миллионов, 30 миллионов. Там основная база. Ну, не точно там, я отличу. Примерно на 27 вот так строй. Но не только не строй, на 30 миллионов, тебя сразу найдут. Я хочу запастись ко мне подойти. Так, следи за ним, не уходи. Я слежу, я через фрикам смотрю. Я хочу, чтобы он ко мне подошел. Если бы он приземлился на землю, а не как муха-крысёныш. Сейчас, секунду, я принесу себе суп и буду кушать и разговаривать, секунду. Он просто летит, блядь.
Да хули ты смотришь? Он куда-то летит. Он подходит, слышишь? А, он с воздуха меня бить будет. Он новые крылья одел. Он мне шмот, он мне яблоки кидает. Он просто, сука, стоит надо мной. Алло, алло. Угу. Так, чё? Ну что мне с этим уёбком делать? Я тебе советую пока что остаться, минут еще 15 посидеть. Если он так будет летать, мне кажется, они тут свою базу сейчас отстроят. Зачем им строить тут свою базу? Не знаю, но они, а что-то строят, это 100%. Либо он сует надпись, либо хз. Так. Вот где все визоры? Я не понимаю, куда все визоры. Я его байчу, видите, я его байчу. Да-да-да, я вижу. Я смотрю. Чё ты смотришь на меня, говно? И улетел. У меня был шанс его взорвать. Он бы не умер. Тут кристаллы криво работают. А где все визоры, кстати говоря? У нас в спавне вообще нет визоров. Куда они исчезли? Не, было и так понятно, что он крыса. Ну это да. Что делать? Ну, говорю, еще 10 минут посиди, а потом просто улетай в ад и лети на огромные координаты. Надеюсь, я встречу каких-то челиков дружелюбных по пути. Я не знаю, что делать. А я зачем тебе челики дружелюбные? Ну, чтоб могли там каких-то... У меня ж не хватит элитр и всё такого. Я говорю, я бы сейчас бы тебе шалкер какой-нибудь дал бы. Может, там элитры были бы. Там еще элитры валялись, получается. А я сдох, дебил, блин. Я свой шанс просрал улететь на большие координаты. Письку посмотри на ней из твоего. Лол, хай. Мне какой-то Family Pumpkin прогрузил Перл. А, так это на спавне. Он меня на спавн тэпнул. Да? Это спавн. Ура, я сейчас на спавне. Нет, это спавн, чувак. Это я у спавна Перл выкидал. Понял, что потом меня прогрузил в худи? Лол. Охереть. Я сейчас тоже, кстати, на спавне. Съебался буквально за одно мгновение, видал?
Минус 9, минус 13, прикольно. Да ты магистр просто. Таймер на 100 поставил, да? Я сперва думал, что это этот уебок, а это другой челик. Надеюсь, он дружелюбный. Надеюсь, что но он вроде бы нормально, типа хей, вот такое все. Тут есть добрые, а есть те, кто спавн флаги всякие, вот это все такое. Те, кто сидят просто на спавне. Куда я сейчас меня сгоню? Спроси у него есть элитры? Вот это уже интересно. I believe they... I'm not really active in any. У него нету клана. О. Загаси его нахуй. Не-не-не, я не буду, чел. Это чё? О, вот и зять. А, это он пошутил, понял? А, кстати, в Салхаке есть такая прикол... А, вот у тебя включен, ладно. О, oh, I give this stuff for new fags sometimes. Он эти шмотки new fags раздает. Слышишь? Не, я его в друзья добавлю. А как, кстати, поменять префикс с этот? С чего этот в команд, ну, командный чат, типа, допустим, в импакте с точки, чтобы писать. Все, не, спасибо челику за то, что прогрузил первого на самом деле. Ну, бывают и хорошие челики. Ну, это случайно дело. Я вернулся на спавн, чё? Без смертей. Кстати, он же там елочку оставил с вещами. Слышите? Где? А это что за блок? А это шалкера. Стак. Не, ну там стак какой-то бакнутый блок. Запикал кит. Ну хоть что-то есть на самом деле, приятно. О, кит. Ой. Ну хоть что-то есть. И просто выбирай эти литра, там 3 литра было. О. Ну хоть что-то на самом деле есть, приятно. Ну лети хотя бы на 12 миллионов какие-нибудь. И все. И оставайся там. И не забудь. Так неинтересно, так неинтересно. Не, я хочу дальше. Хочется экшена. Я не хочу такого, блять, экшена. Давай ты, короче, убьешь нахуй 4 сутки не спать, да, ночью. А потом придет какой-то уебаный, твой тиммейт окажется крысой. Ну экшен же, блять. Ну говорю, вообще никому еблоид не нахуй. Так, что говоришь? Вообще, во-первых, еще раз хотел повторить. Можешь давать корды баса только тем, с кем ты знаком вот в реале. С кем ты общаешься? У меня есть челики, которых я прям реально уважаю. Это буквально один человек. Потом я прям на сотку доверяю. Прям сотка, сотка, сотка. Интересно. Я сейчас попытаюсь элитры добыть. Давай я с собой на спавне. Я буду убивать просто. Кого? Всех. А ты хочешь сейчас сидеть на спавне? Окей. А ты где? Я на спавне. Мы потом полетим. Я тоже хочу вместе. Тогда мы должны вместе полететь. Когда рестарт будет? Он уже прошел? Нет, 16 часов аптайпа. Окей, ну без проблем, но у меня нету ничего. Как я тебя полечу? На чем? Вот для этого хотел либо в Эндервир сначала хотя бы 1 литр добыть. Долететь до нормальных координат и искать базы. Мы с тобой вместе уйдем. Че думаешь? Окей. Блять, этот мастерал он сделал. Подожди, стой. Забрать этого уебка роль сперва надо. Да, забери, кстати говоря, он сейчас может... А он не может кикать случайно? То сейчас он покикает. Нет. Секунду, а я скрою. Можно к вам? С вами. Поживать. Нет, блять, нельзя.
Вот не задача. Так. Значит. О, нифиг там бы другой. А что ты его просто в бан не кинешь? Ну, типа баны так же сделать, как карапотику, катуну. Блин, но он все равно не имеет доступа. Просто банил нахер, чтоб даже не читал ничего. Ну, конечно, тварь, он просто тварина такая. Я не знаю, меня...